Острым остается вопрос по завершению строительства проблемных жилых домов группы компаний ФОН. Это 6506, 6510 и 6503, на строительство которых необходимо более 800 миллионов рублей. В текущем году проведена инвентаризация всех заключенных договоров, реестр пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. По заявлению граждан включено 227 семей. В соответствии с указом президента Республики Татарстан от 14 ноября 2016 года инвесторам для завершения строительства проблемных жилых домов в качестве компенсации затрат будут предоставляться земельные участки в аренду без предварительных торгов, без проведения. В настоящее время совместно с правительством Республики Татарстан проводится работа по передаче в Республику Татарстан полномочий по распоряжению федеральными землями для последующего утверждения инвестиционных проектов по решению проблем пострадавших граждан. В текущем году планируем возобновить строительство проблемных домов. В городе выявлен еще один недобросовестный застройщик. Это казанская фирма ООО «Финансовая промышленная группа ТНГСИ». Строительство 9-этажного 4-подъездного жилого дома в 26-м микрорайоне жилого района Замеликесе осуществляется низкими темпами. Сегодня исполнительным комитетом совместно с инспекцией государственного строительного надзора и правоохранительными органами предпринимаются меры административного воздействия в отношении застройщика.